Здравия желаю! Сегодня мы поговорим с вами о таком экзотическом растении, как маракуйя. И не просто поговорим, а я расскажу и покажу, как я выращиваю это растение из корешков. Итак, мы идем к холодильнику и берем свои корешки, которые хранились у нас здесь до 25 марта. Они хранились вот в полиэтиленовом пакете, непосредственно уже мокрый мок с вагнум. Ну, здесь я уже не первый раз пользуюсь, остаются и фрагментики перлита в нем. Это ничего страшного здесь нет. Вот такой мок с вагнум я покупал в магазине. Приготавливается он довольно-таки просто. Вынимается, намачивается, отжимается от лишней воды и помещается в полиэтиленовый пакетик. Вот корешки, которые зимовали до 25 марта. Вот можно посмотреть, какие они вот уже зашли. Некоторые проклюнулись, некоторые нет. Проращивать свои корешки мы будем в агроперлите. И мы его замочили на некоторое время, потом слили воду и поместили уже в лоток. Вот он у нас влажненький, уже готовый. Поместили в лоток и теперь сюда вложим наши корешки. Засыпаем его агроперлитом мокрым и ставим для проращивания. После того, как мы корешки поместили в лоток, мы этот лоток ставим на хорошо освещенное место, в данном случае на подоконник, даем подсветку фитолампой, температура 24-26 градусов, и время прорастания должно быть где-то порядка 2-2,5 недели. Ну, посмотрим, какой будет у нас результат. Как вы помните, мы 25 марта поставили корешки на проращивание. Сегодня 10 апреля, и мы можем посмотреть уже на результат именно проращивания корешков. Мы снимаем и смотрим, как у нас проросли наши корешки в перлите. Даже не один, а несколько. И вот теперь у нас уже есть готовые ростки. Их уже можно высаживать в горшочке. Что-то больше, что-то меньше, но в принципе вот они уже готовы. Теперь мы будем садить наши ростки в горшочке. Земля в горшке — это кокосовый субстрат и земля именно с огорода. Кокосовый субстрат такой вот он, брусковой формы. Значит, мы его помещаем в воду. Он размокает и увеличивается в объеме. Где-то на 125 грамм субстрата должно быть 1 литр воды. В данном случае здесь у нас 700 грамм. Мы добавляем около 5 литров воды. Теперь этот корешочек мы будем садить сюда вот в землю. Ну, он слишком большой, его необходимо обрезать наполовинку. Обрезали. Дальше берем земельку. И заглубляем уже в сам росточек. Теперь мы его берем и ставим в теплое место. Но перед этим его необходимо полить. Вода у нас отстоянная, и мы ее тихонечко полили. Ставим теперь его в теплое место для того, чтобы он уже пускал корешки. Таким вот образом мы садим и другие наши корешки. Наши корешочки все посажены. У нас еще остались вот корешочки, их тоже можно еще проращивать. То есть мы их помещаем опять в агроперлит и посмотрим, может, с них что-то еще будет. Агроперлит влажный, ставим на проращивание. Ну вот, я вам хочу показать результат выращивания маракуйи из корешков. Это мы посадили ее еще под зиму, и за это время, вот уже на 10 апреля, вот она такая у нас уже выросла, эта лианка, находится у нас в теплице. Емкость для посадки уже гораздо больше, которая необходима для нее. Почему мы держим ее в теплице? Должна быть хорошая температура, она теплолюбивое растение. На сегодняшний день температура здесь где-то порядка 32 градуса. В данном случае я сажу маракуйю в такие вот емкости. Вот они что собой представляют. Отверстия дренажные. Сверху садится уже само растение. Чем оно удобно? Во-первых, оно мобильное, потому что поздней осенью его можно снять и поместить уже в подвал или другое помещение, где оно будет находиться. Можно использовать любые емкости, и ведра,
и какие-то пластиковые большие емкости там для воды и так далее, и так далее. Эти отверстия будто бы великоваты, но тем не менее, маракуйя пускает большие корни в землю, как мы ее будем садить на улице где-то 15 мая. Под эту емкость уже будет насыпаться плодородная земля, и оно будет садиться уже на землю. В данном случае мы снизу отверстие положили солому, чтобы не высыпалась земля. И через это отверстие дренажное, во-первых, будет уходить вода, и будут выходить корешки, которые будут укореняться непосредственно уже в самой земле. Где-то 15 мая мы высадим его в открытый грунт, чтобы оно могло уже в этом году плодоносить, цвести и плодоносить. Маракуйя пускает очень большие корни. И осенью мы можем снять и отнести в помещение для хранения, а с земли выкопать корешки, которые впоследствии можно использовать как посадочный материал. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам сказать в отношении посадки маракуйи из черенков. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всегда с удовольствием буду с вами общаться. Всего, до свидания, будьте здоровы!